На Челябинском тракте посредь бела дня при естественном освещении на прямой, ровной, сухой дороге пилот двенашки по какой-то неведомой причине не увидел впереди себя плетущийся по левому ряду со скоростью 5 км в час огромный оранжевый КАМАЗ, задействованный в дорожных работах. Догнал его в корму, разбил дюжине водительскую половину Харри и двенаха отлетела в правый ряд. Пилот 2/10 колесницы пострадал, но не убился и уехал на карете в травматологию. О причинах такого тарана в корму КАМАЗа можно только гадать. Если двенашечник специально это сделал, это одно. Но если не специально, то тут всплывает масса версий. Почему при свете дня человек не увидел яркую оранжевую грузовую машину? Может инфаркт, может инсульт, может сахар в крови скакнул, может за упавшей мобилой к полу устремился. Не, ну какая-то причина 100% есть, но знает ее только сам пилот дюжины.